Комрад Масса 003 принес очередную новость из мира PS2 Classics. Появилась возможность конвертировать PS2 игры в отдельные пакеты для установки в XMB, с запуском без всяких плейсхолдеров и иконкой в меню, все как у настоящих игр, скачанных с PSN. Расскажу, как конвертировать такую игру. Вам понадобится программа PS2 ISO TUPKG, качаем ее и распаковываем скачанный архив. Сама утилита представляет из себя .exe-файл, который на самом деле является батником, содержимое которого доступно для ознакомления в папке с сердцами. Некоторым из утилит, которые этот самый батник вызывает, нужна библиотека Visual Basic 5.0. Если у вас на компьютере ее нет, установите. Как это сделать, я рассказывал в первом видео о PS2 Classics. Теперь кладем ISO-образ с игрой в директорию ISO, картинку с обложкой в директорию Images и запускаем утилиту. Она попросит ввести цифры из номера диска, вводим их и желаемое название игры. Именно под этим именем она будет доступна в XMB. Нажимаем Enter и ждем окончания работы программы. В процессе вам нужно будет нажать кнопку Encrypt в интерфейсе, так как батник по понятной причине это сделать не может. Если все прошло гладко, то в итоге в директории Packages у вас появится пакет с игрой. Этот пакет, а также папку XData, как есть, надо переписать на флешку, с которой вы будете устанавливать игру. Папка XData очень важна. Так как для запуска любой PlayStation Network игры нужен файл лицензии, конвертер использует тот самый RAP-файл, который прописывается с помощью React PSN, о чем я рассказывал в другом видео. Этот файл копируется под разными названиями, соответствующими названию пакетов с игрой. Для каждой новой игры нужно плодить лишнюю копию этого самого файла с лицензией. То есть вы сначала ставите пакет с игрой, а потом, убедившись, что на флешке есть папка XData с файлами лицензии RAP, запускаете на приставке React PSN, который у вас должен быть уже установлен. Если не установлен, он есть в папке Packages в конвертере. Каждый запуск React PSN сканирует папку XData на флешке и прописывает все найденные там новые лицензии на вашу PS3. Только так можно запустить сконвертированные с помощью данной утилиты PS2 игры. Сохранение данных игры будет происходить с помощью стандартных функций Memory Card, о которой я рассказывал в еще одном видео на тему PS2 Classics. Если вам нужно сконвертировать старые сохраненки в стандартный формат PS3, воспользуйтесь конвертером.